Коран — это одна из худших вещей, которые мы когда-либо читали. Это абсолютно ужасающе плохо. Читать его больно. Хорошо, давай сделаем это. Давай сделаем это. Позволь мне привести этот стих. И давай разберемся, насколько глубок смысл Корана. Зацените, парни, вот это. Когда Аллах Субханаху ва Тааля говорит от лица и сынах Израилевых, وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. Да. Бес. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. Парни, знаете ли вы, как это прекрасно? Любовь к теленку укоренилась в их сердцах из-за их неверия. Парни, знаете, в чем здесь дело? Это чудесно. Задумайтесь над этим аятом. Не кажется ли необычным, что Аллах Субханаху ва Тааля говорит именно так? Что же значит «ушрибу» «фикулюбихим»? Они напоены в сердцах своих. Этот образ. Да, тут образ. Они впитали его в свои сердца. Свои сердца. Из-за куфра, из-за своего неверия. Да, во ушрику фику любихим. Это любовь. Здесь имеется в виду любовь к неверию. Или же любовь к тельцу. О всем этом. Да. И как вы понимаете, речь идет о любви. Потому что сердца связаны с любовью. Не так ли? Почему же там написано «ушрибу»? Парни, знаете ли вы, почему там написано «ушрибу»? Есть ли какие-либо идеи, почему здесь написано «ушрибу»? Почему, к примеру, здесь не сказано «хаббуль-аджль»? Или не использовано другое слово «ашк»? Почему сказано «ушрибу»? Они напоены в сердцах. Почему сказано «напоены»? Есть мысли об этом? Так вот, если обратиться к книге «Исход» Библии, то там говорится, что после того, как они поклонились тельцу, да, после того, как они поклонились тельцу, Муса приказал сжечь его, уничтожить, а затем взял пепел, и они бросили его в реку или в море. А затем он заставил их выпить воду, в которой был пепел от золотого тельца. Хорошо. Так что здесь этот термин «ушрибу» относится к буквальному питью. Но ведь «ушрибу фикулюбихим» здесь же говорится о любви. Да. Так вот, когда в аяте используется слово «ушрибу», так оно используется как в переносном, так и в буквальном смысле. Да. На самом деле в Коране есть много удивительных вещей, подобных этой. Знаешь что? Это очень здорово. Многие классические арабские муфассиры не знали об этом. Эти иудеи знали об этом. Иудеи были хорошо знакомы с этим. Потому что они знакомы со своими писаниями.